И снова здравствуйте. Очередной выпуск проекта «Широкий экран» на телеканале «Мэтр» начинается. Сегодня нас ожидает более 15 новинок проката, которые стартуют в кинотеатрах. Начнем с фантастики с Брэдом Питтом в главной роли к звездам и приключений «Тайны печати дракона». Затем проверим на прочность Сильвестра Сталлоне в боевике «Рэмбо. Последняя кровь». Далее познакомимся с добрым фильмом о злом писателе «Элефант». Раскроем секрет проклятия Мэри и заглянем в комнату желаний. Позже сразу несколько драматических картин от отечественных и зарубежных режиссеров. Ближе к финалу познакомимся с музыкальными лентами «Между нами музыка» и «Yesterday». А самых маленьких зрителей ждут несколько интересных анимационных проектов. Начинаем же прямо сейчас с обзора новостей кино. Теперь же ни для кого не секрет, что новым Бэтменом станет Роберт Паттинсон, звезда саги о вампирах «Сумерки». Пока он вживается в роль, опытный Брюс Уэйн, которого сыграл Кристиан Бейл, поделился опытом и дал наставление будущему супергерою. К слову, то же самое он говорил и предыдущему исполнителю роли «Летучей мыши» Бену Аффлеку. Конечно, речь о том, что в таком обличии будет нереально трудно сходить по делам. Цитата: «Ведь трудно ощущать себя супергероем, когда не можешь сам справить нужду». Конец цитаты. Сам же Паттинсон во время тестовой примерки главного костюма признался, что чувствовал себя унизительно. Больше советов от Бейла не поступало, видимо, это самое важное в работе актера. Одна же рекомендация Роберту только одна – не покусать никого, ведь ты теперь Бэтмен, а не Эдвард Каллен. Ведущий американский журнал The Hollywood Reporter назвал тройку самых провальных фильмов в индустрии кино. Одним из кандидатов на это звание стала картина «Врата рая» Майкла Чимино. На ее создание было потрачено 44 миллиона долларов в 1980 году или 171 миллион сегодня. При этом собрала работа в прокате всего 3,5. Вторая строчка досталась «Острову головорезов», бюджет которого оценивается в 100 с небольшим миллионов долларов при кассовых сборах в 15,7. И последний претендент на титул провального проекта – лента 2012 года от Disney «Джон Картер». На нее было выделено почти 264 миллиона долларов, и еще как минимум 100 миллионов ушло на маркетинг. Но зрители принесли создателям обратно лишь 284 миллиона долларов, что привело к большим потерям. И эта картина только американского производства. Если посмотреть на наше российское кино, то лучше, наверное, даже не разбираться. Не хватит эфирного времени на перечисление всех аутсайдеров. Первый в обзоре новинок – один из наиболее ожидаемых фильмов осени – «Фантастика про космос» режиссера Джеймса Грея «К звездам». Стартует в прокате лента не с четверга, как мы привыкли, а с понедельника 23 сентября. В одном из интервью Грей заявил, что в проекте будет, цитата, «самое реалистичное изображение космического путешествия, которое было показано в кинематографе». Конец цитаты. Не спорю, заявление довольно смелое, но оно действительно подкреплено визуально. Да и список актеров, занятых в съемках, впечатляет. И не нуждается в объяснении. Главная роль у Брэда Питта, также увидим Томми Ли Джонса, Лив Тайлер, Дональда Сазерленда и многих других. Что-то подсказывает мне, что ожидается нечто потрясающее. У нас с тобой есть дело. Ты готов? Готов. Прошло 20 лет с тех пор, как ученый Клиффорд Макбрайт отправился на планету Нептун, чтобы найти там внеземную цивилизацию. Я в этом деле благодаря отцу. Он был героем. Он отдал свою жизнь ради познания. Но миссия провалилась, а астронавт бесследно исчез. Теперь его сыну, армейскому инженеру, предстоит самому отправиться в космос на поиски отца и столкнуться с тайнами галактики, о которых он даже не подозревал. Моя цель – остановить бесконтрольную реакцию антиматерии, которая угрожает всей Солнечной системе. Путешествие к звездам начинается с понедельника, 23 сентября. Ты уверен, что готов к этой миссии? Я готов. В каком фильме вместе впервые встретились Терминатор и Ли из картины «Час пик»? И старина Арни, и Джеки Чан появились в проекте «Вокруг света» за 80 дней. Ну а теперь мы, а если быть точнее, все отечественное кино в целом, может гордиться тем, что режиссеру Олегу Степченко удалось привлечь этих мега-крутых актеров к работе над новинкой проката
«Тайны печати дракона». Это сиквел ленты «Вий», входящий в пятерку самых успешных российских проектов за последние 25 лет. И бюджет здесь, я вам скажу, такой, что можно было бы несколько фильмов снять. Почти 3 миллиарда рублей. Не знаю, как вы, я уже спешу с билетами, чтобы скорее увидеть фреш из наших и зарубежных актеров. Дорогая мисс Дадли, с тоской в сердце я все дальше удаляюсь от вас, любовь моя. Я пересек всю Европу, и, миновав горы мрачной Трансильвании, попал в дикие леса Малороссии. Я видел древнее чудовище со множеством глаз, и зовут его Вий. Картограф и путешественник Джонатан Грин принимает заказ от самого Петра I на изготовление карт Дальнего Востока России. А я изменил маршрут путешествия, чтобы увидеть вашего великого дракона. Это задание заставляет Грина отправиться в экспедицию в Китай. Джонатан путешествует с девушкой? В пути его поджидают головокружительные открытия, встречи с китайскими принцессами, мастерами боевых искусств и даже с царем всех драконов. Нет, Эш, не трогай его! Это шлем самого Чингисхана! Нет, это копье Александра Македонского! Нет, 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 нет! Но самая главная встреча еще впереди. С 19 сентября все тайное станет явным. Я не понял, куда попал. Слоган следующей премьеры недели от Адриана Грюнберга гласит: «Настоящий герой бьется до конца». Если внимательно его прочитать, то понимаешь, это последнее жаркое приключение Джона Рэмбо, которое называется «Последняя кровь». Особо хочется отметить, что российские зрители увидят один из самых ожидаемых фильмов осени вместе со всеми жителями планеты. А не как это обычно бывает, спустя месяц, а то и год. На сей раз нам обещают несколько другого Сталлоне. По крайней мере, что изменится точно, его прическа. Он наконец-то подстригся. Не верите? Тогда вперед в кинотеатры с 19 сентября на свежак «Рэмбо. Последняя кровь». Запрещено для детей. Я хранил секреты всю свою жизнь. Но пришло время взглянуть в глаза прошлому. Встретимся вновь с уставшим от жизни, страданий, но не сломленным Джоном Рэмбо. В заключительной части франшизы ему предстоит в последний раз взглянуть в глаза опасности из прошлого и стать безжалостной машиной для убийств. Я хочу, чтобы они знали. Их смерть уже близко. Он соберет все силы и волю в кулак и выйдет навстречу сильному противнику, пройдя свой путь мести до конца. Сегодняшний выпуск широкого экрана будет похож на американские горки. Мы и испугаться успеем, и посмеяться, а местами некоторые впечатлительные зрители даже поплачут. Например, сейчас. Добрая и милая работа авторства и постановки Антона Красовского «Элефант». В процессе создания ленты у режиссеров и продюсеров возникли разногласия по поводу окончательного монтажа драмы. Ну, сами понимаете, люди творческие, каждый художник видит по-своему. В итоге Красовский попросил убрать его имя из титров, и теперь в афише новинки проката на местах сценариста и режиссера жирный прочерк. Однако, несмотря на все разногласия, картина не потеряла своей души. В ролях Алексей Гуськов, Полина Агуреева, Ян Цапник, куда ж без него, и Фредерик Бигбедер. Жена-то у вас есть? Когда-то была. Ей можно позвонить? Нельзя, она умерла. Ну, здравствуй, вдовец. Как они нашли твой телефон? Написано у тебя в паспорте на последней странице. Ты часто стал забывать. Забываю только то, что не нужно помнить. Валентин Шубин – детский писатель. Он создает истории про доброго слона Мишку. У нас в студии писатель Валентин Шубин. Я страшный фанат ваших книг. Видел бы страшнее. С женой он развелся. С дочерью, для которой когда-то писал свои рассказы, отношения испорчены окончательно. Даже внезапная болезнь не заставила его пересмотреть взгляды на жизнь. Ты хочешь отказать человеку, который готов обеспечить тебя до конца твоих дней? Продолжение любимой детьми сказки Шубин писать не планирует, несмотря на уговоры и довольно щедрые предложения. Хотите еще пирог? Пироги у вас пока не очень получаются. Вы съели 4 куска. Я должен был убедиться, что прав. Есть ли шанс у талантливого, но вредного писателя измениться? Вчера мы ничего не написали. Позавчера написали заголовок, который сегодня вы подчеркнули. Давай! 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 Давай!
Теперь переносимся в сферу мистики и ужасов. На очереди триллер «Проклятие Мэри», который можно увидеть в кинотеатрах с 19 сентября. Снял его американский режиссер Майкл Гои, известный зрителю по американской истории ужасов, лузерам и ленте «Менталист». И, конечно, нельзя не отметить исполнителя главной роли – Гари Олдмана, которого вы смогли увидеть в «Дракуле», «Трассе 60» или мелодраме из 80-х «Сид и Нэнси». Теперь, когда мы знаем о картине чуть больше, предлагаю познакомиться с ней поближе. Это яхта, наше будущее. Старое корыто надо как следует подлатать. Зато наконец-то у нас будет что-то свое. На ней мы уплывем к началу новой жизни. Картина познакомит нас с Дэвидом, главой семейства, решившим открыть свой бизнес. Он покупает на аукционе яхту Мэри и надеется, что теперь сможет заработать на морских перевозках. Каждый раз, когда эта яхта выходила в открытое море, люди исчезали. Хуже всего, что с яхты никуда не сбежишь. Дэвид! Давай развернемся. Мы слишком далеко отплыли. Думаешь, прошлое просто так исчезнет? Больше ни слова, никаких проклятий! Однако вместо ожидаемого богатства и развития бизнеса, герою предстоит столкнуться с жуткими проклятиями, которые таит в себе эта яхта. Теперь все это принадлежит ей. Согласитесь, когда есть нечто, что исполняет наши желания, это безумно приятно. Захотелось тебе дом у моря, кучу денег и славы, пожалуйста. Только не всегда это золотая рыбка, скатерть-самобранка и тому подобные герои сказок. Иногда чудеса случаются наяву. Примерно так можно описать следующую премьеру проката, триллер Кристиана Волькмана «Комната желаний». Это вторая работа режиссера после длительного перерыва в карьере в 13 лет. Будем верить, что он не утратил киношного чутья и свежая лента нас не разочарует. «Комната желаний» начинает сбывать все мечты в кино с 19 сентября. Не пропустите. Наш собственный дом. Похоже, вы не из этих мест. Да, мы переехали из Нью-Йорка. Вы что, не в курсе? Предыдущие жильцы. Они же были убиты в этом доме. Семейная пара переезжает в старинный особняк, требующий ремонта. В ходе работы они обнаруживают таинственную комнату, которая, как выясняется, исполняет все желания. Смотри, это подлинник Ван Гога. Где ты все это взял? Комната исполняет желания. Загадай что угодно. Хочу миллион долларов. Горы денег, подлинник Ван Гога и самые роскошные наряды – все это теперь они могут себе позволить. Самый опасный не тот, кто не может получить, что хочет, а тот, кто может получить что угодно. Уезжайте из этого дома, пока не поздно. Поняв, что все загаданное сбывается, супруга решается на смелый шаг и просит у комнаты о долгожданном ребенке, не подозревая, что ждет ее в финале этой сделки. Я выбрала короткий путь. Нельзя было просить комнату о ребенке. Но он же не вещь. Таково правил. Созданная комната не может покидать дом. Я против этого. Тебя здесь никто не держит. Я хочу быть с вами всегда. Ты его боишься? Конечно, боюсь. Ты не настоящий. Если человек хочет свободы, его создатель должен умереть. Фильмы о войне, не побоюсь этого слова, конек российского кинематографа. Не знаю как, но получается у отечественных режиссеров снимать качественные картины о тех страшных временах. «Сестренка» — проект Александра Галибина по повести народного башкирского поэта Мустая Карима и приуроченный к столетию со дня его рождения. На экране не будет суперзвезд, здесь большинство актерского состава — это начинающие и подающие надежды. Хотя нет, главная роль досталась 10-летней Марте Тимофеевой, и ее послужной список в разножанровых работах заслуживает уважения. Несмотря на свой возраст, девочка уже успела сняться в 40 проектах. Вот Емиль. Я привезла тебе сестру. Оксана, это Емиль. Красивое имя. Сюжет ленты «Сестренка» переносит зрителя в военные годы. Главный герой Емиль ждет, когда закончится война, и его отец сможет вернуться домой. Ведь он видел его только на фотографиях. Мам, а наш папа много подвигов совершил. Много, сынок, много. Но однажды в доме семейства появляется маленькая девочка, которую мать привезла с собой из города. Отец дал Емилю особый наказ – заботиться об Оксане, как о своей родной сестре. Я больше никогда не оставлю Оксану одну. Эй, фашист, сдавайся, хэнда хоу. Продолжение истории смотрите в кино с 19 сентября. Вот ты какая, моя сестренка.
Не всегда картины, снятые и готовые к показу, сразу же появляются на экранах. Например, «Зеровиль» — это проект, созданный по одноименному роману Стива Эриксона. Работа над картиной началась еще в 2014-м. Все было сделано и уже планировался выход ленты в свет, как начались проблемы, из-за которых релиз был отложен. Долгих 4 года «Зеровиль» считался утерянным и мог бы совсем не выйти в кино. Однако судьба распорядилась иначе. И с 19 сентября мы все-таки увидим, ради чего Джеймсу Франко пришлось побриться налысо. Реплик не слышно! Чего? Да, Тилангер. Громче! Я монтирую. Это кино. Ну же! Что? Мотор! Рад встрече, Вик. Он артистичен, это значит, он живет и дышит кино. Я уверен, он девственник. Айк Джером – студент. Учится на архитектора, но безумно любит кино. Внешний вид юноши выделяет его среди остальных. Кто это? Солидат? Я слышал, она лежала в дурке. А еще что, она ведьма. Однажды он оказывается в Голливуде, где производит впечатление на окружающих благодаря своей татуировке на бритой голове. Я смонтирую твое кино. Каково это смотреть на мою смерть? Мне нравится, потому что я возвращаю тебя к жизни. Постепенно Айк внедряется в кинопроизводство, и его карьера взлетает. Но чем закончится столь стремительный взлет? Нам нужен монтажер, пока мы снимаем, если вдруг выбьемся из графика. У тебя паспорт есть? Посмотрите сюда! Кажется, твоя карьера пошла в гору. Ты украл мое кино! Это не твое кино, а мое! Я еще не закончил! Это требует времени! Это же искусство! А оно требует времени! Да! Это требует времени! Помните, как в школьные годы все нам твердили: «На каникулах читайте книги». А мы что? Конечно же, хотели гулять, купаться, играть, и до школьной литературы руки как-то не доходили. Но когда становишься взрослее, хочется иногда взять и почитать что-то классическое из того, что не освоил в детстве. Могу вам предложить последний роман Льва Николаевича Толстого «Воскресенье». Почему именно его? Это произведение вдохновило режиссера Светлану Проскурину на создание одноименной картины. Криминальная драма «Воскресенье» стартует в прокате с 19 сентября. В ролях Алексей Вертков, Вера Алентова, Владимир Ильин и другие. Знаете, я сегодня получил черную метку. Чиновник из мэрии провинциального городка получает записку, текст которой «Скоро умрешь». Но посчитав надпись глупым розыгрышем, он не придает ей никакого значения, продолжая жить по строго распланированному графику. Почему я теперь застрелиться, что ли? Это по желанию. Все действительно будет прежним, но ровно до ближайшего воскресенья, когда жизнь героя круто изменит свое направление. В 29 странах мира был издан роман «Дело Коллини» немецкого адвоката и писателя Фердинанда фон Шираха. И во многих получил восторженные отзывы читателей. А если это бестселлер, то с большой долей вероятности он должен стать основой для какого-нибудь фильма. «Дело Коллини» — детективная драма, которую можно увидеть в российском прокате с 19 сентября. Новинка понравится любителям запутанных историй, расследований и фильмов с необычным сюжетом. Мисс Марпл, Эркюль Пуаро, Шерлок Холмс — если вам знакомы эти имена, свежий детектив точно для вас. Государственным защитником Фабрицио Коллини назначается адвокат Лайн. Уже давали показания? Давно работаете адвокатом? Почти 3 месяца. Вас ждет большое выступление. Не преувеличивайте. Он убил Хана Майера. Что? Маттингер. Я с радостью опрошу также и другую сторону. Я вырос в этой семье. Ханс Майер был для меня как отец. Адвокат Каспар Лайнен берется расследовать обычные преступления. Итальянский механик Фабрицио Коллини убивает немецкого бизнесмена Ханса Майера и приходит с повинной в полицию. Но дело намного запутаннее, чем казалось. Господин Коллини, расскажите мне, что произошло? Вы знали, кем он был? Я знаю. Кем он был? И чем больше информации о преступнике и убийце, тем сложнее вести следствие. Ваши новые данные — это козырь в рукаве. Оставьте, мальчик мой. Опасаетесь, что я откажусь от роли, что вы мне уготовили? Вскоре Лайнен узнает, что ведет одно из самых громких дел Германии. К
Как известно, режиссер-сценарист, лауреат Оскара Мартин Скорсезе не берется продюсировать плохие фильмы. Иначе провал картины в прокате сулит не только огромные финансовые потери, но и пятна на репутации. Именно Скорсезе стал продюсером новой драмы «Слон и бабочка», постановкой которой занималась начинающий бельгийский режиссер Эмили Ван Элпт. Получился отличный справочник для мужчин, которые не знают, как поладить с детьми, и неважно, свои они или чужие. Ольги до сих пор нет. Как? А где она? Не знаю, я не могу ей дозвониться. Послушай, это мамин друг. Он присмотрит за тобой, пока не придет Ольга. Главный герой драмы Антуан возвращается в Брюссель, где когда-то был счастлив с Камилой. Молодой человек решает навестить бывшую девушку, но она не совсем рада его видеть. Более того, у нее важная встреча, она почти опаздывает на самолет, а няня ее маленькой дочери не берет трубку. Камиле не остается ничего, кроме как попросить Антуана присмотреть за Эльзой. Знаешь, Антуан, я очень тебя люблю. Время, проведенное с девочкой, поменяет взгляды героя на жизнь. Знакомство с творчеством такого актера, как Райан Гослинг, лично у меня началось в 2011 году с криминальной драмы «Драйв», где главный герой на протяжении всего фильма произнес не больше сотни слов. Затем стоит особо отметить его работу в мюзикле «La La Land». Теперь Гослинг предстанет перед зрителем в новой музыкальной ленте «Между нами музыка» американского режиссера Терренса Малика. В одном интервью актер признался, что съемки проекта проходили безо всякого сценария. Люди в кадре делали то, что им захочется. И скажу вам честно, в тизере картины это прослеживается. Однако не будем делать поспешных выводов. Сам не знаю, зачем я сюда пришел, но увидел тебя и понял, зачем. Девушка Фэй мечтает о музыкальной карьере. Помочь ей в этом сможет богатый и влиятельный продюсер Кук. Я думала, мы просто будем веселиться. Жить песня за песней, поцелуй за поцелуй. Естественно, их связывают не только деловые отношения. Но на одной из тусовок Фэй знакомится с начинающим музыкантом Биви и понимает, что он ей симпатичен. В то же время в жизни Кука появляется еще одна женщина. Героям этого любовного четырехугольника теперь предстоит сделать сложный выбор – пан или пропал. Медленней. Это же про любовь. Еще одна музыкальная работа «Yesterday» стартует в прокате и посвящена творчеству бессмертной и легендарной «The Beatles». За последние несколько лет мы не раз встречались с фильмами, которые посвящены тем или иным музыкантам или группам. И по мнению критиков, свежая лента находится по качеству где-то между «Богемской рапсодией» о Queen и «Рокетменом» про Элтона Джона. Правда, это не биографический мюзикл, а киношные фантазии режиссера Дэнни Бойла на тему «Ливерпульской четверки» и их творчества. Что получилось? Увидим как минимум в одном из кинотеатров Йошкар-Олы с 19 сентября. Месяц назад ты был жалким неудачником. И вдруг стал величайшей звездой в мире. Как такое возможно? Сюжет картины довольно необычный. Джек – простой парень. Еще месяц назад был обычным неудачником. Но однажды он проснулся в мире, где группа The Beatles никогда не существовала. Боже, когда ты это написал? Это не я написал, это Пол Маккартни, Beatles. Кто? Джек понимает, вот он шанс стать суперзвездой и выдать гениальные песни Битлов за свои. Все только и говорят о новом музыкальном феномене. Твоя музыка — это потрясающе. Но есть обстоятельства, способные нарушить его грандиозные планы. Раз ты уезжаешь, позволь задать тебе вопрос. Мы так и останемся друзьями, или у нас есть еще шанс? Джек Малик, мировая суперзвезда! Мы могли стать идеальной парой. Но теперь ты величайший автор песен на планете. Неправда. Очевидно, что это так. Этот миг войдет в историю. Все в предвкушении. Для меня честь открыть дверь в будущее. Ой, не та дверь.
А теперь сразу два мультфильма для всей семьи. Ну, как два? Я бы сказал, что полтора. Сейчас объясню. Не припомню подобных случаев в истории кинопроката, но следующие анимационные ленты появятся в кино в один день, с 19 сентября. Интересно то, что вторая — это продолжение первой, и разница между их выходом в свет — 2 года. Но почему-то прокатные компании решили разом выпустить обе части мульта. Ловите «Братья-медведи. Тайны трех миров» и «Побег из джунглей». И я твердо уверен, вы найдете свое сокровище на леднике Глайд. Тогда вперед! Имейте в виду, эти золотые рога считаются священными. Если вы сдвинете их с места, миру наступит конец! История начинается с того, что братья-медведи Брайер и Бамбл защищают свои родные лесные просторы от лесоруба Вика, желающего их уничтожить. Говори, где робот? Положите бесценные ископаемые и уходите! Хорошо, я все скажу. Не в первый раз удирая от медведей, Вик встречается с роботом-археологом, который пытается отыскать древний мир и уберечь сокровища, которые там хранятся, от рук бандитов. Тогда герои решают объединиться против них. Я Коко 503, титановый робот на гусеничном ходу, предназначенный для археологических работ. Понятно, тогда я буду называть тебя Коконяша. Вторая часть приводит братьев-медведей и лесоруба в пещеру, из которой они случайно попадают в доисторические времена. Очень страшно. Я не такие ловушки вижу. Это молотильные яблоки. Чтобы найти дорогу домой, героям необходимо отправиться в приключения по первобытным джунглям, встречая на пути не только опасности, но и находя новых друзей. Завершаем сегодняшний обзор новинок еще одним анимационным фильмом немецкого производства. «Пэтсон и Финдус. Финдус переезжает». Многим имена героев покажутся странными. Еще более странным стал тот факт, что это уже третья часть приключений хозяина и его любимого кота. Режиссером ленты стал Али Самадия Хади. 5 лет назад появилась первая часть, в которой герои знакомятся. Во второй они вместе празднуют Рождество. И, наконец, теперь третий эпизод, который, по мнению критиков, стал одним из лучших во всем трилогии, так как затрагивает темы, близкие как детской, так и взрослой аудитории. Понаблюдать за переселением кота Финдуса можно в кино с 19 сентября. Финдус, давай, Песом, попрыгай со мной. Сейчас же прекрати прыгать, или я переставлю твою кровать в другое место. Да, я хочу собственный дом, только мой, для большого Финдуса. Это очень напоминает старый уличный туалет. Наконец-то у озорного кота Финдуса появилась собственная мягкая кровать. Теперь он просыпается раньше всех, прыгает на ней и не дает спать своему хозяину. Тогда Пэтсон ставит условия: либо спокойствие по утрам, либо переезд. Ну как тебе? Котенок быстро решает сменить место жительства и устраивается на новом месте, где никто не помешает ему прыгать и играть. Сначала я хочу угостить вас вкусным кофе. Надеюсь, что лучше, чем у Пэтсона. Финдус переезжает, а Пэтсон думает, как долго питомец сможет обойтись без него. Я беспокоился. Я твой большой. Мой большой. Отличный выбор из новинок кинематографа на этой неделе. Нет стопроцентной гарантии, что ишкаролинские кинотеатры представят сразу все премьеры, но большая часть, я уверен, дойдет до зрителя. На этом, пожалуй, все. Следующая наша встреча с премьерами проката состоится в октябре. За время отсутствия широкого экрана в эфире не пропустите с 26 сентября отечественный триллер с Александром Петровым «Герой», а поклонники Хоакина Феникса увидят его в обличии Джокера с 3 октября. Смотрите выпуски всех проектов телеканала «Мэтр» в наших официальных аккаунтах в социальных сетях. До встречи на широком экране. Всего доброго. Пока.